Проверку на соответствие всем пожарным требованиям причастные ведомства начали еще в апреле. Сотрудники МЧС совместно с органами местного самоуправления обошли каждый населенный пункт, всего 391. В отличниках по пожарной безопасности город Кольчугино и Боголюбово. Меньше всего вопросов возникло к Александровскому, Камешковскому, Миленковскому, Суздальскому районам. А вот в 286 населенных пунктах зафиксировали 544 нарушения. 343 нарушения. Нарушение содержания минерализованных полос и проведения работ по уборке травянистой растительности и мусора. Это в целом 63% от общего числа. Данные нарушения выявлены практически в каждом муниципальном образовании. 73 нарушения связаны с отсутствием пирсов. Пирсы, естественно, для подхода пожарной техники возле пожарных водоемов. Еще 63 нарушения связаны с отсутствием указателей к источникам противопожарного водоснабжения. А в 16 случаях наружное противопожарное водоснабжение и вовсе отсутствовало. Главное управление МЧС привлекло к административной ответственности власти местного самоуправления по 22 случаям. Общая сумма штрафа составила 530 тысяч рублей. Больше всего нарушений 148 в Гусь-Хрустальном и Гороховецком районах. Это больше половины, 52% от всех зафиксированных в регионе. Местные власти этих и других населенных пунктов, где зафиксированы нарушения, должны устранить их до 10 июня. А затем сотрудники МЧС снова вернутся с проверкой.